6 августа. Вова занят туалетом. Рожает туалет. Рожает туалет. Что делаешь? Туалет. Вентиляцию? Вентиляцию в туалете. Ну ладно. Хорошее дело. Будущая вентиляция. Не знаю, еще будет работать или нет. Да, будет ли тяга, да? Ну уже так, руку подставляешь. Тянет, да? Но ты еще сверху не сделал отверстие. Дверь закроем, так это вот так вот протянуть. Ну, значит, будет работать. Туда вставлю, то будет. Так, делает сеточку. Обещаю. В нижнюю вентиляцию делает от мышей металлическую. Ну-ка, покажи, какую ты сделал. Вот такую, чтобы мыши не залезали. А наверх будет такая же. Такая же, да? Тоже такая же, чтобы мухи не залетали. Прокладочки тут что-то делают химические. Ну вот, на следующий год у нас будет уже туалет. Стеночки покрасил все. Постелил линолеум. Потом покажешь. Ну вот. Когда зайдешь. Это я снимаю для истории. Это тебе для истории. Ну так, подержи, я вставлю. Это мне не зайти. Зайдешь? Ну ладно, давай. Вот такую дырку в металле. Как? Ага, держу. Придавить сильно? Все? Пошла немного. Делает из канализационных труб. Короче, лепила из того, что было. Все? Отпускаю. Дырдочка. Я говорю, дырдочка с прокладочками. И все, нормально будет. И нормально будет. Так, как я вставлю-то? А эти резинки продаются, да? Да. Почему они вместе с ними идут? Так, прокладки, да? Забыл, как вставлял-то. Так, вот тут этой штучкой. Крючочек с проволочки сделай и выправи. Резиночку это выправлять потихонечку. Все. Стало. Дать. Я эту красную сам вырезал. Да еще она была. Тоже тут идет? Тут идет к этой штуке. А, как уплотнитель. Угу.
Все, не влезает, большая. Нет, она как раз. Ее так и вставляют. Надо только попасть. Ну вот, ход мышкам закрыт. И мухам тоже. Здесь он такую трубище будет ставить наверх. Нет. То же самое будет здесь, а там она понаружи пойдет. Понаружи? Да. Надо тогда что-то для, чтобы вода туда не попадала. Она и не попадет никак. Вот так это сверху, говорит, будет выводить. На улице будет. Это внутри часть, а это на улице, наружу. Вот это будет проходная, через стену. Ну ладно, посмотрим потом, что тут получится у тебя с этой затеей. Ну давай, давай. Она с той стороны будет. Так ее надо как-то будет крепить в этом положении. Да, там с той стороны, да. Ну ладно, занимайся. Ладно, дырку сейчас сделать. Да, я посмотрю. Не буду мешать. Сделайте личико попроще. Сделайте личико попроще. Чем вырезал? Ножницами? Ножницами. По металлу, который брал, да? Ну ладно, делайте сейчас. Паровозик стал. Такой.
паровозик, чтобы вода не попадала. В наше время, говорю, ничего нельзя было купить, да? Да. Сейчас хоть из чего-то лепить можно. Подмышка твоя попала. Ну! Дырявая. Вырежешь потом. Прокладочку вставляет. Чтоб решеточка не вывалилась. Да-да. Все, фельтикультя песна. И тут дырочка тоже. Тут тоже потом сетку ставишь, да? Там или так стороны. Будет? А, ну правильно, с одной стороны хватит. Там загиб, в смысле.